Такой детской спортивной площадки в городе, пожалуй, не было. Тематика морская, но, как говорится, отправляться в плавание детям безопасно. Площадка с антитравматическим прорезиненным покрытием. В 2017 году был объявлен конкурс областной «Лето в парке». Управление культуры города Димитровграда подготовило данный проект. Вот. И этот проект взял грант. Грант составляет 1 миллион рублей. Дети уже опробуют новый городок, но в субботу в 11 часов здесь устроят праздник по случаю открытия. А в 17 часов мы приглашаем всех жителей города Димитровграда на закрытие сезона «Лето в парке», который состоится на главной сцене на набережной Верхнего пруда. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.